Разрыв должен был быть намного больше. Потому что, в отличие от конкурента, у меня есть четкая программа. И ну, хотелось бы все-таки, чтобы больше шатамирян пришли на избирательные участки и проголосовали. Но опять же, обижаться нет смысла, потому что люди уже не верят политикам и не верят пустым обещаниям. И задача, моя задача в первую очередь, поменять отношение людей к выборам и доказать, что Житомир все-таки будет тем городом, и житомиряне будут гордиться своим городом. Победа на выборах кандидата – это только первый шаг. Это не олимпийский бег, когда ты бежал, порвал ленточку, и все, ты чемпион. На самом деле, это только старт работы. У нас наша программа – это четкий путеводитель действий. Там нет лозунгов, там нет красивых слов. Программу можно ложить перед собой, под нее формировать проекты решений, под нее формировать решения и вперед в работу. Теперь придется все и показать, и доказать, что мы были достойны того результата, который получили, и достойны большего результата, чем имеем 10%.